Полиция Венесуэлы арестовала 4 майнеров. По информации из твиттер-аккаунта полицейского спецподразделения в Чаральяве, подозреваемые при помощи более 300 единиц оборудования для майнинга добывали криптовалюту и перепродавали ее в Кукуте, Колумбия. Власти Венесуэлы приняли жесткую позицию по отношению к биткоин с момента удара гиперинфляции в конце 2014 года. Майнерам инкриминируется интернет-мошенничество и кража электричества.